не бред. Я его оставлял напоследок. Если мне бы попался очень дерьмовый пуха перед боссом, я бы пришел к сундуку, открыл его, мне бы, возможно, естественно, дропнулась бы пуха, которую я бы взял и поменял бы свою пуху. Именно поэтому я сундуки оставлял сзади себя. Исключительно на всякий самый случай. Ребят, я так играю, честно. Не надо на меня кричать, не надо писать капсом. Просто каждый играет, естественно, по-своему. Я вот себе сундуки специально оставлял сзади. Если вы все без исключения сундуков открываете, даже с благословением, ну окей, вы играете так. Я же вам не указываю, как правильно играть, правильно? Оп, тихо, ать. Это же касается тех же самых походов ДД, взятия вещей в айзике и так далее и тому подобное. Опять же, у каждого стиль игры абсолютно свой. Оу, дуплетчики, тихо, тихо. По одной пуле я всадил в них. Ать. Так, у меня итого уже 18-19 монет. О, прицел есть, классно. Угу. А здесь за ключики у нас есть кольцо сундучной дружбы. Или прицел. Или вообще ключ. Надо будет смотреть, что мне понадобится. Действительно, позже я обязательно посмотрю, что мне из этого понадобится, и там уже выберем в магазине. Либо я прицел себе куплю чисто для того, чтобы в реальном мече стрелять, либо ау. Вот, все сказал. Теперь опять с пятого этажа поднимать вроде. Да ладно, Градан. Если ты ее подобрал и умер, тебе надо обратно с пятого этажа поднимать? Серьезно? Кстати, ты доходил в какое-либо прошлое? Да, Тархунус, я убил прошлое этого пилота. Пилот любимый персонаж, я, собственно, за него один раз дошел до прошлого и умер в нем, а второй раз дошел до прошлого и убил в нем. Корабль Конфедерации. Вот. Так что прошлое у пилота у меня отмщено, точнее изменено, если уж на то пошло. Так, оп. Один из самых, опять же, одна из самых неприятных комнат. Вы помните, я в прошлый раз ее тоже находил. То есть комната с двумя сначала красными и шестью обычными, а потом с бомбами. И бомбы мне желательно взрывать. Так, сейчас вот они должны... Вот, появиться один остался, они появляются. Оп. По-моему, я одного взорвал в итоге дуплетчика. Не, показалось. Черт, я взорвал, походу, обычный патрон. У них рандомный респ, то есть дуплетчики могут респнуться рядом с бомбой, а могут и забить и не находиться рядом с бомбами. Тогда, естественно, сразу их взорвать вообще не получится. Так, за ключом у меня находится комната со стопудовым сундуком с зеркалом. На что я словлю проклятие. Ну, да ладно. Зелье свинцовой кожи, not bad. За зелье свинцовой кожи, в принципе, я готов получить проклятие. Пускай даже на первом уровне уже, да? Но, тем не менее, зелье свинцовой кожи — это рулет. Это очень хорошая неуязвимость. Я, по-моему, как раз зелье свинцовой кожи в прошлый раз дракон и прошел. Ну или только благодаря зелью свинцовой кожи, как хотите. Такс. Могу сказать, если ты не против, по поводу чего? По поводу чего ты можешь сказать, если я не против? Так, магаз. В магазине есть ключ, у меня 51, в принципе. Я ключик здесь потрачу, окей. После чего я вернусь за сундучком себе. Леп. Оп. Расплавленный камень. Трупы взрываются. Не. Не так интересно, к сожалению. Интересно, а песик отгоняет эту свинью поганую или нет? Грызи ее. Нет? Ну ладно. У меня есть еще один сундук на этом уровне. Его надо попробовать открыть. Тем более надо зачищать. Вот, к сожалению, за охотницу приходится зачищать все комнаты. Не только потому, что это, ну, мол, лут приносит и так далее. У вас есть песик, который может попой кверху прокапывать бетон и приносить вам что-нибудь полезное. Вот. Исключительно из-за этого желательно зачищать вообще все комнаты, которые вы видите перед собой. Просто, ну, мало ли в какой комнате песик решит прокопать бетон и дать вам что-нибудь полезное. А дать он может, например, глюч. Я бы ему был бы безумно рад. Честно говоря. Оп. Ать. Оп. Ау, да блин. Че ж я такие глупые уроны получаю? Просто фы. Нет, шаг, рука осталась на четвертом, а не на пятом. Окей.
А, прошлый охотник сказать, не, не надо, я прошлый любого человека хочу узнать сам. О, здесь красный сундук, если только с боссом мне дропнется ключ. Красный сундук, на котором нужен стопудовый ключ. А это, блин, петух гатлинга долбанный. Зато у меня огромная комната с кучей укрытий, и это уже очень-очень хорошо. Это меня не может не радовать. Давай-давай, петушара долбанная. Так. Оп. Не попасть под ракеты, это важно. Карусел, карусел. Да ладно, я нажал пробел. Мне не зачли пробел только что. Это очень странно. Мне реально просто не зачли пробел. Он мне нанес урон в итоге. Блин, я очень хотел на самом деле без урона его проходить. Я понимаю, что я весьма лох. Раз даже на такой легкой карте получил урон. Но прям обидно, что мне зелье свинцовой кожи не зачлось сразу. То есть оно срабатывало какое-то время, во время которого я рассчитывал. Сейчас я к нему подойду вплотную, он будет в меня стрелять, я сработаю, ну, зелье свинцовой кожи возьму, и все будет ок. В итоге оказалось все немного не так, как я думал. Сраная петушара. Фу. Отлично. В магазине ключ продают, так я его купил уже. И нет, мне здесь не дали ключ. Мне здесь дали кольт неплохой весьма. В магазине же я ключ купил. Да, в магазине я купил ключ. Охереть, мне нечем открыть красный сундук. Просто жесть. Сейчас я буду делать самое кощунственное, что я делал когда-либо. Я буду разрушать красный сундук. Мрак, просто мрак. Сердце кровью обливается. Мне даже босс, сраный этот петух Катлинга, не дал ключ. Хоть рестартуй из-за этого, вот честно. Это невозможно забыть. Куда второй ключ ушел? Второй ключ ушел на зеркало. На проход к зеркалу. Он был за ключом. Так. А, на дверь продавца дошло. Не, Димас, на эту. На зеркало. Дверь продавца была как раз открыта, а зеркало закрыто. Оу. Слушайте, классный кольт, я вам скажу. Очень быстро стреляет, очень много патронов. Причем, судя по всему, наносит достаточно неплохой урон. Я не скажу, что прям идеальный, но действительно неплохой. Правда, у него каждый патрон, вот это каждый тыдых, считается за два выстрела. Обычно в таких, ну, если у вас мультивыстрел считают, да? Мультивыстрелом, если оружие стреляет, то считается как бы по одному выстрелу. В этот же раз, к сожалению, нет. Это все считается по два выстрела. То есть патроны у него заканчиваются просто, дай боже, как быстро. О, патроны, прикольно. Ладно. Так. В принципе, у меня пока что один проход, хотел сказать. Нет, тут же ошибся. Проходов теперь у меня много. Так, тянь, да ладно. С четырех патронов он убивает обычную пулю. У него урон начального пистолета. Один в один, реально, урон начального пистолета. И у меня тут за ключом чувак, который меткость мою проверяет. Я, естественно, хочу за этот ключ попасть. Мям. Отлично. И заметьте, песик, кстати, на первом этаже вообще... О, жральник. Ну-ка. Такс. Если что, я принесу к нему сейчас еще одну пушку. Пока что меня мой кольт устраивает, да? То есть, если в нем патроны уже кончатся, тогда посмотрим. А пока что в нем патроны и не думают кончаться, их тут до хрена. Поэтому я его буду пока что использовать. Я уж не знаю, сколько патронов надо потратить на долбанную обычную пулю. Но на красную их надо, по крайней мере, в три раза больше. К сожалению, расход патронов колоссальный. Хотя, с другой стороны, мне за это и монетки дают. Поэтому почему бы нет, да? Так, тихо. У нас, кстати, ребят, Enter the Gungeon обновился, там хотфиксы опять же выходят. И теперь я вот вспомнил, как меня несколько раз убивали, да? Теперь взрывчатка не работает на вас через стены, по идее. Как это было в хотфиксах сказано. Оу, привет, мимик. Как оно?
Причем я не песика слышал. Я опять же видел, что этот мимик долбанный просто дышит. Вот и все. О, веревка, которая ведет в магазин. Ладно. Она мне не нужна. Нет, вообще не нужна причем. Ну-то ладно, пускай будет веревка, которая ведет в магазин. Ауч, блин. Ну, где больше акульих патронов? Ну чё вы такие жадные, ё-моё. Мне этих акульих пуль надо еще просто сжечь какое количество. Они просто не попадаются. Это реально мям. Так, окей. Погнали жральнику давать. Хотя нет, рано еще, надо еще полностью зачистить, чтобы совсем патроны кончились. И тогда акулья пулька еще одна, прикольно. И даже еще одна, not bad. Так, нюка-нюка. Нюка-нюка вафель. Я хочу свою меткость проверить. Я очень действительно хочу себе глюч. Даже не столько сундук именно открыть, сколько свою меткость проверить. Спасибо за ключ. И опять же, песик у меня не спешит прокапываться вообще. То есть удачка что-то у меня сейчас не особо работает, так скажем, в ганжоне. Прямо откровенно не особо. Вау! Не успел прикатиться от нее. Это уже мой косяк. Это не пробел не сработал, это реально мой косяк. Сам виноват, не успел перекатиться. Так, кусочек мяса. Не-не-не-не-не. О-о, пустой. Мя. Хорош. Вот теперь, да, теперь... Ой-ой-ой, пробел. Вот теперь, в принципе, в жральник можно вполне себя давать. Да ладно, мне взрыв нанес урон все равно? Серьезно? Ребят, потерпите немного этот звук. У меня домашний телефон звонит, а мне лень подходить. Так, ключ у меня есть, отлично. Это будет еще один ключ, ладно. А, патроны я не спешу брать, покупать. Я лучше в жральник отправлю этот пистолетик. И мы посмотрим, что в итоге выйдет. Не. Давай мне что-нибудь хорошее. Давай чего, что-нибудь хорошее. Оу, обычный лук. Хреновато. Ладно. Что-то в последнее время что-нибудь именно хорошее мне этот жральник давал очень-очень давно. Я бы не отказался там от... БФГ. Так, испытай удачу, госпожа. Да-да-да, давай. Так, хорошо. Значит, сначала я должен сделать так. Потом я должен сделать вот такой вот выстрел. Так, вот такой вот. Отлично. Теперь я должен сделать вот такой вот выстрел, видимо. Отлично. И сейчас я должен вон туда в него попасть. И я не знаю, честно говоря, как это сделать. Как мне сделать так, чтобы у меня выстрел четко прошел? Вау! Да я вообще герой! Это было офигенно! Ракета с дистанционным управлением. Просто ракета, которая следует за прицелом. А я оказался невероятно метким. Прям вау, MLG Pro. Классно. Взрыв не нанес? А-а, окей, окей, окей. Такс, ну-ка, стоп, надо эту ракетку с ДУ испытать. Хорошую ракетку с дистанционным управлением. Тем более, что ее можно реально к боссу приводить. И урон у нее вроде как даже неплохой. Оп. И оп. Хорошо, даже у лука, в принципе, кстати говоря, неплохой урончик. То есть обычных патронов лук даже на третьем этаже, по-моему, ваншотает. Особенно если на полную зарядить. Так, здрасте. Да, блин. Меня так раздражает иногда ускорение у пули, когда они реально ящик перебегают просто совершенно спокойно. Взад-назад, вбок. Оп. Одно но у лука. Даже несмотря на то, что все выстрелы его являются проникающими, когда лук зарядится, он заряжается безумно долго. Такс. Пресен, здорово, Ладибро. Такс. Здесь у нас что будет? Оу, бомбой! Так, гангстерская привиденька, которую я умудрился не взорвать. Хорошо. И, собственно, последний ключ на ящик на... Опа, отравленными майками стрелять. Хорошо. И это действительно not bad.
Так, и, собственно, идем на босса. Все, мне больше здесь ничего не осталось, кроме как сходить на босса с ракетницей с дистанционным управлением. Гарпушка, прикольно. Охереть, эта ракета урон наносит на самом деле. Вы реально только посмотрите на этот урон. Ага, один минус этой ракетницы. Кстати говоря, стоп, я могу, то есть, выпустить несколько ракет. А потом просто направить их в нее. Ау, блин, я все-таки урон у нее получил, зараза, а? Ха-ха-ха-ха! Жесть. Но, по-моему, несколько ракет все-таки хуже работают. Я долго не мог понять, почему у меня пушка не стреляет. Это было очень странно. Ну да ладно. Полсердечка у меня всего осталось. Поигрался, блин, с ракетницей. Но урон наносит она действительно невероятно мощный. У меня теперь есть гитару. Поиграем в Guitar Hero? Я думаю, да. Погнали. Здорово, Джокер. Ты забыл в жральник пушку засунуть? Нет, не забыл. А жральник только разок можно покормить. Да, Дример, жральник можно кормить только разок, потом тебе написано, что он сыт и спит. Так, давай перезарядку. И... Обожаю эту композицию у него. Эту не очень, но тоже прикольно. Классно, вот, блин, обожаю эту пушку. Такая музыкальная, такая классная вообще. Мя. Класс. Оу, против красного самое оно. Охренеть, полный залп. Я по нему большую часть патронов реально попал. А ему до фени. Сколько у нее должно быть хп, если ему от полного залпа вот этой гитары до фени? Жесть. Он дышит же. Очень-очень подозрительный сундук, но нет, он не дышит. И песик не лает, кстати говоря. То есть это не мимик, то есть у меня глюки. Ну, это бывает такое. Такс. У меня сейчас пушка на отравлении осталась, да? И весьма некислая ракетница, которой можно, в принципе, убивать боссов стопудов. Тем более убивать можно хоть с залпом. Я не знаю, выпустить 10 ракет, не попадая в босса, потом просто сделать. Хотя мне кажется, что чем больше ракет летает, тем меньше урона они в итоге наносят. Не знаю, мне так реально на гарпушке показалось. Ау, блин. Не вовремя перекатился. Оп. Надо, кстати, защита от оу. Спасибо броне за это, на халявную секреточку, которая дала мне полсердечка. Не кровать. Так, давайте. Оп. И все тут же в луже, все начинают умирать от яда. Дай, бич. Лабич, да. Не, отлично. Так, пустышка, где пустышка? О, песик на... Охереть, за три этажа он наконец прокопался, жопа ты мелкая. Просто жуть. Ауч. Кстати, странно, но в баффера я в итоге не попал. Хотя я в него как раз только и целился. Все, минус баффер. Все? Да, все, спасибо. Еще пятак, и у меня магазин за ключом. Ну охереть теперь. Реально, магазин находится за ключом. Че это за бред? Так, тихо, прямо. Мне бы сейчас на босса по-быстренькому выйти. Ага, по-быстренькому не получится, я понял. Учитывая, что у меня всего полсердечка, это такое вообще себе. Оп. Так, минус один, минус два, минус три, минус четыре. Нормально, я сказал. А, их тут шесть, ладно. Так, по идее, я должен выходить на босса прямо вот сейчас. Вот давайте, сейчас прям. Нет, показалось. Вот сейчас, кстати, как говоря, когда у меня половина сердечка, чё-то столы не кажутся уже таким глупым изобретением. Столами прям охота пользоваться для своей защиты. И это тоже не босс. Это вообще выход обратно. Блин! У меня босс наверху останется. Оп. Фусруда! Просто пуля, точнее, грибочек отправляется куда подальше. Ну, боже. Да блин.
Судя по всему, реально босс где-то наверху остался. Так, мям-мям-мям-мям, струляй. Патроны. Блин, патроны, конечно, хорошо, но я бы отхил себе хотел. Так, ракетницу я заряжу себе подбольше. Вау, тихо. Опаснее. Слишком опаснее. Так, броня полсер... Вот! Песик второй раз прокопался. Блин, вот спасибо тебе, мелкая задница, уже за это. Фух, целое сердце плюс одна броня. Уже not bad. Жак, а ты знаешь визуальную новеллу «Бесконечное лето»? Да, вроде как знаю, но мне она не интересна. Я визуальными новеллами вообще не интересуюсь. Понимаешь? Слушайте, а так прикольно этими ракетами обходить разные препятствия, чтобы банально реально его уничтожить. Так, сейчас я буду делать вот так вот. Бум. Вообще, ракеты уничтожать танк — это прям самое ок, которым только может быть. Тихо. Я его сейчас без урона убью. Я должен его убить без урона. Есть! Та-дам! Отличная ракетница, безумным уроном обладающая, ракета с дистанционным управлением. Спокойно убил без урона босса. Я получил еще научную... Блин, эта научная пушка на самом деле очень имбанутая. Я помню ее, она охереть какая крутая. И в принципе я получил один ключ для того, чтобы пройти, ну, например, в магазин. Либо для того, чтобы открыть... Надо сейчас посмотреть, какой там сундук будет. Вполне может быть, что еще один сундук, который я встречу, будет красным. Либо радужным. Я уже хочу себе еще раз радужный сундук. Офигенная вот эта научная пушка, она очень мощная. Но пока что я буду этой маечной пушкой стрелять, отравленными майками. Потому что я могу. И пушка достаточно мощная, и урон наносит, и травит заодно, ну, поэтому почему бы нет. Нет, дышит, ладно. Оу, окей. Холод 45, неплохой пистолетик именно на то, чтобы замораживать врагов. Окей же. Так, эту мы сейчас разобьем нафиг. Если бы у меня была еще... Оу, да ладно! И пистолет пришельцев мне выпал. Мне выпал пистолет пришельцев, потому что я разрушил сундук. Ладно, беру свои слова обратно. Разрушать сундуки иногда действительно просто надо. Будь у меня три брони, я бы их сейчас смог на самом деле отдать лифтеру. Было бы очень прикольно, но... Трех броняшек у меня нету. Погнали дальше. Так, не все комнаты прошел. Да, я знаю, Джокер. Иногда просто банально, знаешь, не хочется. Особенно на пятом этаже. Очень не хочется все комнаты проходить. Просто настолько тебе не то, что лень, тебе стрёмно, что пипец все эти комнаты проходить. Кстати, кто говорил, что патроны не падают? Вполне себе падают, если в пропасть кинуть. И тогда, если патроны упадут в пропасть, да, они исчезнут. Но если они упадут куда-то, то с патронами все, ну, в смысле, с гильзами, да, с ними все будет в порядке. Такс. Вау, тихо. Оп, ать. Очень аккуратненько проходим этаж. Где моя попкэнон? Маечки. Стоп, на них не работает отравление, серьезно? Вот это что-то новенькое, что на тех тварей отравление не работает. Оу, вау. До хрена элитный солнышко. Такс. Мне бы руку в итоге найти. Кстати, я надеюсь, что эту руку не может упереть эта свинья. Я действительно на это очень сильно надеюсь. Банально не упустить тот момент, когда мне из моба внезапно выпадет рука. Зараза. Ням. Тихо. Кто? А, все, пустышка. О, патроны. Not bad. Патроны как раз на маечное ружье. С другой стороны, надо было ракетницу зарядить. Ну, ладно. Ага, пушка присоединится. Так, ключ, да. Ракетницу я пока подожду заряжать. Я не уверен, что мне движок пришельцев нужен, но по сути хорошая вещь. Действительно хорошая. Может пригодиться. Главное не упустить руку. Пистолет пришельцев заряжаемый. Да, я знаю, я его зарядил же. Я только не знаю, насколько он мощный будет. Ну вот видишь, даже если его заряжать, он не ваншотает обычного вот этого тварь. Поэтому, ну, такое себе по силе оружие. Посредственное, вот так вот скажем. О, нет, только не этот маг, блин. Так. Просто на.
Так, застанил, хорошо. Шняга. Хотя нет, что-то о научной пушке я беру свое мнение назад, она не очень мощная. Она хорошая на первый-второй уровень, действительно неплохая пушка была, я первый-второй уровень ей весьма хорошо проходил. Но на последующий уровень что-то вообще ни хрена не мощное. Ну вот вы видите, сколько я врагов убиваю по времени, это ж забей. Уж лучше вот эту вот маечную пушку, она прикольная. Она отталкивает очень сильно, она может пропасть оттолкнуть, она отравляет сверху врагов. Она даблшотает обычный патрон, то есть она по мощности сейчас как М1 на самом деле. А по мощности как М1, это, блин, неплохо. Вот реально ни разу неплохо. Так, где этот баффер здесь был где-то? Баффер, ты где, скотина крысиная? А, вот он. Я в него почти попадал. Почти. Чуть-чуть оставался. ЕХП? Нет. Нормально. Руки-то не было там. Ё-моё, я опять забыл посмотреть. Я реально очень боюсь руку упустить. То есть мне-то ее надо поднимать все выше и выше, а я ее упускать очень сильно боюсь. В первый раз мне попалась рука... Кстати говоря, если здесь будет рука, значит здесь помимо руки должен быть еще баллон, да? А баллон мне что-то пока что не попадается. Так... Ракетницу пополнили. У меня пока что баллончика здесь нет. Вау. А, вот баллон, отлично. Да, значит рука все-таки здесь. Если здесь баллон, значит здесь и рука. Все логично. Так, баллон у нас здесь. Рука у нас где-нибудь здесь будет. Желательно руку найти, конечно, побыстрее, чтобы отправить ее побыстрее. И до того, как я пойду на босса и, вероятно, на нем сдохну. Хотя не факт, естественно. Потому что у меня есть ракетница. Надо, блин, опять патроны. Охренеть, мне патроны падают, просто жуть. В каких-то космических количествах. Наверное, потому что у меня есть космопушка. Оу, 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 оу. А давайте вы умрете, ребят, умрите, пожалуйста. Во, лужа яда, то, что надо. Лужа яда, наше все. Лужа яда, наше всех. Лужа над... яда наша. Лужа надо, да. Опять патроны. Не, ну ладно, ладно, ладно. Чем мне еще надо зарядить? Давай пистолет этот зарядим. Охренеть! Реально, 4 комнаты подряд мне падают патроны. Просто жесть. Крыса не может руку упереть, шарик же не уносит. Логично. Чему песик обучен, что он может? Этот песик может прокапывать иногда бетонный пол и давать тебе какую-нибудь няшку, а еще он лает на мимиков. Вот. То есть, если перед тобой мимик, а ты за песика, достаточно просто подождать, лает песик или не лает. И, собственно, так определяешь, мимик или не мимик перед тобой. Ребят, да у меня новая любимая пушка, считай, появилась. Эта пушка одна из, на самом деле, самых лучших, которая может вообще встречаться. Она очень мощно валит врагов. У нее достаточно серьезный базовый урон свой. Она отталкивает, и она еще отравляет. Действительно, очень классная пушка. Полсердечка, спасибо. Допустим, мы сейчас пойдем вниз сюда. Шаг выше, чело ли, бро? Сейчас, секунду. Зелье плюс двигатель пришельцев. Ну, может быть. Нет, двигатель пришельцев, конечно, неплохой. Возможно, ты прав. Возможно, действительно, стоит двигатель пришельцев с этим зельем свинцовой кожи взять. Я по-прежнему не уверен. Понимаешь, я все равно босса, скорее всего, буду убивать стингером. Ракетницей, то бишь. Потому что она наносит просто колоссальнейший урон. Так, тихо. О, сраный маг. Тихо. Вот, поэтому насчет движка пришельцев, ну, мне пока что хватает оружия. Вот, что я тебе могу сказать. Возможно, действительно стоит. А так, да черт его знает, на самом деле. Да ладно, он не умер, серьезно. Ауч, я как-то на патроны попал. Что-то я вообще не заметил, что меня ударил. Хотя, возможно, до меня вот этот патрон добрался. Ауч. Вот теперь, да, теперь заметил. О, золотой... Стоп, золотой ключ. И рука. Вот. И золотой ключ, и рука есть. Руку мы поднимаем на третий этаж. Ать. Так, ну-ка. Улетело. Шикарно. Руку подняли, золотой ключ получили. Осталось только найти, куда мне этот золотой ключ применить. Чтобы спасти этого шлемника, которого я обратно... Которого шлем я обратно сбросил. О! Я извиняюсь, кукурузник. Прикольно. Хорошая пушка. Весьма-весьма. Однако у меня осталось банально 0 ключей. Это не очень. Так, секунду. Поп-кэнон. Вау!
Секунду, 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 не стреляй. Мя. Мне бы еще защиту от яда было бы вообще топ. Вот серьезно. Просто банальную защиту. Вот он. Просто банальную бы защиту от яда. Все, золотой ключ, и вот снова. Точнее, она. И ладно, я понимаю, ты просто тупица, это единственное объяснение. Я так и буду отправляться на поиски своего шлема и попадать под замок. А затем ты меня будешь выпускать и снова сбивать мой шлем. Это безумие, когда будешь снова в бреше поговорить со мной. И смотри, черт побери, куда идешь. Вот, вот наконец-то он мне шмотку, по идее, должен дать теперь. Какую-то. Я его, видимо, совсем достал. Тебе мелкий зомби укусил? Да, я так и понял уже. Я понял, что до меня добралась вот одна из мелких шняк и сожрала меня. Так, ну чё, ракета с дистанционным управлением. Хотя, смотря, кто босс будет. Да не, пофиг. Ракетница. Оу, да, это неплохой босс для ракетницы. Учитывая, какие у него противные атаки. Оп. Тихо. Еще не время. Вот, это чуть ли не самое лучшее время, на самом деле, для вот так вот свинцовой кожи. И я за это время просто настакую себе ракет. Ты где, священник? А? Кс-кс-кс. Но видите, они реально наносят мало урона. То есть так эти ракеты смысла нет особого. Ракеты, которые идут по одной, наносят куда больше урона в итоге. Такс. А, что? Блин, мне какая-то жопа сзади все-таки урон нанесла. Да вы подумайте только, а. Я бы реально мог без урона по себе пройти. Но у меня и пустышки кончились, и какая-то жопа мне урон все-таки нанесла там. Есть. Ну, хотя бы, да? Жалко. Короче, если ракеты стакаешь, то они наносят очень маленький урон. Это факт. Жетон по уставу. Оу, у меня теперь... Действительно, у меня фолловермент появился, что? Полицейский жетон принадлежит полицейскому при исполнении патрулирующему округ оружелье. Действительно, за мной... Вы посмотрите, как у меня мало артефактов, просто забей. Но за мной теперь ментяра бегает. Прикольно. Хе-хей. Такс. Сейчас я в магаз смотаюсь напоследочек. Я посмотрю, есть ли у меня здесь ХП. Нет, ХП у меня нет. У меня броня здесь есть. Броню, пожалуй, себе куплю и... Патроны себе куплю. К сожалению, приходится вот... Оставаться без ХП. Опять же, пятый этаж, и опять у меня всего два сердечка. Просто потому, что ХП не падает. Вот что самое обидное. Она, это она. Да я понял, Градан, окей. Шаг, я понял так, что чем меньше патронов на оружие, тем оно мощнее. Далеко не всегда, Лоу. Далеко не всегда, поверь мне. Шаг, что же за рука и шарик? Джокер, это рука чувака из магазина, и, собственно, эту руку сковала женщина в кузнице на пятом этаже. Я эту руку должен с помощью шарика поднять на первый этаж и отдать этому, собственно, продавцу. Вот, такие пирожки. Даже на этом этаже, кстати говоря, пушка дабл-шотает врагов. Охренеть, ментяра его, походу, задержание проводил. И этот мент еще стреляет весьма неплохо. Очень нехреново, я вам скажу. Реально, очень нехреново. Если этот мент мне еще и с драконом будет помогать, это будет просто халява. Так, оу, ауч, прям на патрон прыгнул, зараза. Вот эти дробовики тройные меня просто так раздражают, жуть. Они просто очень мощные. Так, пял, 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 пял. Тихо. Да ладно, умри уже, спасибо. О, патроны, прикольно. Еще патроны. Я думаю, я даже дракона попробую ракетницы это убивать. Я не знаю, насколько это мощно получится. Может быть, его надо гитару убивать. Потому что гитара, это просто, я не знаю, имба по количеству выстрелов выпадающих. Если, кстати говоря, у меня будут взрывные выстрелы в итоге, то гитарой надо будет противника убивать. Потому что на взрывный... Да ладно, мента убили. О боже мой, в мента пуля попала. Кто-нибудь вызовите спасателей. Мента убили. Мент ранен. Оп. Я вроде как перекатывался, но на самом деле нет. Я надеюсь, он умер только на этот этаж, а не совсем, но... В смысле, не на этаж, а на комнату, да? Я бы не хотел такого фолловера терять прикольного. Такс. Блин, у меня всего половина сердечка осталось. Просто ж... Да что за жопа, господи, я ненавижу эту комнату. Оп. Я реально просто фырк.
Оу. Мне не понравится эта комната. Мне очень сильно не понравится эта комната. Причем у пустышки я должен беречь до самого последнего. Мне нельзя пустышки использовать просто так на этаже. Потому что без пустышек пройти некоторые атаки дракона я банально просто не могу сам. То есть, ну, мне слабо, откровенно. Нет, Ментяра совсем умер, ребят. Полицейский жентон, но Ментяра там лежит. А, поговори с раненым ментом. Да, я что-то заметил, что он действительно опять через эту комнату... Так, стоп, я знаю, как ее пройти. Вот теперь я знаю, как я эту комнату буду проходить. Чувак, бро, вставай. Послушай меня, сегодня должен был быть мой последний день на службе. И сюда я спустился только из-за тебя. Но это не твоя вина. Да-да, из-за тебя в меня попали все эти пули. Конечно, ты можешь дать мне какую-нибудь чудную пушку из своего арсенала. Но все дело в том, что это не твоя вина. Хе. Передай мой значок моим детям, скажи им, что я их любил. И? Ребята, у меня все зависло. Ну, охереть, поговорил с ментом. Слушай, у меня реально все зависло. Какого черта, а? Я ничего не могу сделать, у меня все зависло. Я ничего не могу сделать, нажать, дать. И так далее. Это на самом деле один из самых удачных ранов, учитывая, что у меня есть ракетница, которая достаточно неплохо босса убивает. Так, я умным намеком открыл. Я пробую все клавиши на клавиатуре. Я скриншот сделал. Давай, циферки. Нет! У меня просто зависло все. А ей не работает. Вообще ничего не работает. Я шифта даже нажал случайно. То есть вообще ни одна кнопка долбанная не работает. Я не знаю, ни в патрономикон выйти, никуда. То есть продолжить не работает. Не работает ничего. А здесь нельзя выйти из игры и зайти заново в нее, чтобы ты остался на том же месте. Это не как в Азике. Шаг, как-то я не знаю, Флад! Ты видел, у меня ран идеальный получался, серьезно. Несмотря на то, что у меня одно хп, у меня есть ультрамощная ракетница и зелье свинцовой кожи. Однако игра меня просто послала нахрен. Фэр! Так нечестно. Плак. Плак. Может, ему надо пушку сбросить? Как? F не работает. Задержать F не работает. Не работает вообще ничего. То есть совсем ничего. Сверни игру. Я пробовал. Вот я свернул. Она автоматически выходит в меню, да? Я разворачиваю, ничего. Не работает зажать F, не работает зажать Ctrl. Я бы на самом деле даже инвентарь бы открыл с удовольствием. Вот, допустим, сбросить, да, что-нибудь. Но я не могу это сбросить из инвентаря. Мне надо Tab нажимать, чтобы сбрасывать. А Tab тоже не работает. И зажимать Tab тоже не работает. Пощелкай, где реплики должны быть. Я щелкаю уже здесь, это не работает ничего, опять же. Просто пипец. Ах, это был отличный ран на возможность убить прошлые охотницы, но... Но, видимо, не факт. Просто жесть. Просто реально жесть. Ладно, давайте раз уж...